В большую сцену под открытым небом превратилась площадь Победы в эти выходные. На один день международный фестиваль уличных театров заехал в Северодвинск. Посмотреть на выступления иностранных клоунов пришли около 2000 горожан. Один, два, два. Клоуна Пача из Аргентины, которого публика тут же окрестила Пашей, долго не отпускали со сцены. 27-летний молодой человек – потомственный комедиан. Семья с выступлениями объездила почти весь мир, но в России Паша впервые. И впервые бессмысленно ждал, когда же начнется ночь. Это удивительно, что здесь весь день. И я считаю, это влияет на людей, потому что аудитория здесь просто замечательная. И мне понравились зрители здесь.